Цель мероприятия – выявление жителей и гостей курорта, которые нарушают общественный порядок, а также контроль за соблюдением детского закона. Ведь подростки, находящиеся на улице после 9 часов вечера без сопровождения взрослых, могут стать как объектом, так и участником преступления. Перед тем, как отправиться патрулировать улицы курорта, сотрудники полиции, члены добровольных народных дружин, представители казачества, а также сотрудники администрации и общественники получают необходимую информацию и ориентировки на преступников. Кстати, принять участие в таких дежурствах может каждый случаец. Для этого необходимо обратиться в районную администрацию. У нас в городе Сочи 6 таких добровольных дружин. Для того, чтобы стать членом добровольной народной дружины, необходимо пройти процедуру проверки в УВД по городу Сочи и получить удостоверение и отличительную символику. И с удовольствием ежедневно выходить в рейдовые мероприятия.